Привет-привет, друзья! Вы на канале Мультипути, Симкусняшек и Мороженок. И сегодня у меня Роблокс, ребята, страшилка. Серия называется «Охота на Рейка. Выживание в страшном лесу». Итак, ребята, давно я не играл в Роблокс. Мне подписчики скинули очень интересную карту. Так, если нравятся мои игры, ребят, подписка, лайк и колокольчик. Итак, ребята, смотрите, я нахожусь в лесу. Здесь должен появиться страшный монстр Рейк, если вы знаете, кто это такой. Так вот, я попытаюсь за 10 минут выжить в этом ужасном страшном месте. Так, надо сейчас осмотреться. Здесь как-то так все страшновато, так жутко, музыка такая. Ну ладно, так я взял радио, рацию. Я так понимаю, эта рация будет мне подсказывать. Так, ночь настала. Так, блин, что резко ночь настала? Что я очкую? Ну ладно, давайте посмотрим. Так, что-то я нашел. Я что-то нашел, ребята. Так, какая-то маленькая база Base Camp. И она подключена. Батареи стоят. Комната эта, так, радио. Так, в эту дверь почему-то я не могу зайти. Хотелось бы зайти глянуть, что там в этой каморке. Блин, такая атмосфера гнетущая. Так жутко. Так, смотрите, я нашел рубильник. Ладно, попробую его включить. Так, включил. Чё? Дверь-то не открылась. Капец. Так, смотрите, мое радио загорелась красная кнопка. Поблизости, наверное, Рейк. А, ребята, так, тихо. Я что-то слышу. Так, точно. О, вон он. Вон этот монстр. Ля, жесть. Ой. Ой, отвали. Козляра. Ля, напугал меня. Резко так побежал. Вот знаете, на кого похож? Со своей... Ой-ой-ой! Блин, что так орать? Со своими клешняками. Знаете, такой монстр? Его зовут Скромник. Из Кипи. Так он похож на этого монстра. Блин, вон, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Давай, ускоряйся! Давай! Давай! Блин, бля, ничего себе прыгает! Попробуй тут выжить. Ай-яй-яй-яй-яй! Виталик как сиганул! Ух ты, вообще родяка какой! Смотрите, он уже кого-то заколбасил. Есть ковяки. Сваливать, ребят, я сваливаю по-добру, по-здорову оттуда, а то он сейчас меня захерачит. Лучше пересидеть 10 минут. Так, что это такое? Коробка какая-то была. Убегаем! Ой-ой-ой! Капец, как уж он быстрый! Блин, опять эта станция! Ладно, лучше тут пока покружу! Капец, он очень быстрый! Рейк! Так, ладно, ну я пока держусь, ребят! 4 минуты я выживаю, он меня пока еще не заколбасил! Своими клешняками, видали, у него одного глаза нету! Он как привидение! Давай! Блин, у него скорость большая, у меня скорость заканчивается быстро. Чё, вроде убежал. Фух, я испугался так. Этого Рейка. Блин, ну он реально похож на это. Да что такое? Ребята. Валера пришел. Ребята, это мой подписчик, это мой крутой друг, с которым мы 1000 лет назад играли постоянно в Роблокс. Смотрите, опять за мной бежит, отстань, гадкий Рейк. Блин, у меня скорость закончилась, сейчас меня поймает, ой-ой-ой-ой. Блин,
Лера пришел. Сейчас хоть одному не будет скучно. Отвали ты, гадкий Рейк. Ребята, у меня скорость закончилась. Сейчас он меня завалит. Блин, ну быстрее. Ой-ой-ой. Ну это жесть. Он вообще не отстает от меня. Валерчик пришел. Ай-яй-яй, колбаснул меня. Блин, сейчас если ударит, вообще сваливаем. О-ха! Капец. Так, где Валера? Так, сейчас я ему напишу. Так. Давно не виделись? Ага, конечно. О, чья-то комната. Ребята, это дом, в котором можно прятаться. О, Валера! Валерчик, здорово, братюня. Вот это да, 1000 лет! Сколько лет, сколько зим, брат! Тихо. Этот Рейк, он где-то тут, ребята! Он где-то тут! О, ломится в дверь, отвали! Ой, крышка, мамочка, куда лезть? Ай-яй-яй, спасите, помогите! Валера, ты открывай, Валера! Капец! Он меня развалякал! Ребят, вы это видели, ладно? Да вот он опять, да дай мне спрятаться! Нажимаем кнопочку. Нажимаем. Давай. Да нажимайте ты! Да нажимайте, я за меня зажрет! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Фух, капец! Вообще не нажималась кнопка! Да отстань ты! Противный монстрила! Блин, ну вылет и скромник! Он похож на этого скромника! Так, нажимайте, пожалуйста, кнопочка! Есть! Фу, все! Крыша! Крыша с дыркой! Крыша! Ой, все, я закрыл! Отлично, я закрыл, ребят! Ага! Все! Вали отсюда, ровно, Валера! Валера, через щель залез! Ля, круто! Ля, прикольно! Сейчас я тоже вылезу! Вообще прикольно! А я не знал! Ой-ой-ой! Сваливай, Валерчик, сваливаем! Йоху! А, попробуй догони нас, Рейк! Фу, классно! Чуть не заколбасил нас! Двоих! Классно! Давно я играл со своими друзьями и подписчиками в Roblox! Ребят, это я играю по вашей просьбе! Ни одна девочка и один мальчик попросили, давно ли ты мульти-буди не играл в Roblox? А я действительно 1000 лет не играл в Roblox, а не аниматроники! Валера! Здорово, Валера! Это я, мульти-пульти, 1000 лет не виделись. Так. Чё, опять? Ай-яй-яй, мамочка, это блин! Попробуй написать сообщение, тут рейки всякие лазят. Как дела? Отлично! Да отлично, у тебя как? Нормально всё. Так ладно, ребята. Меня Рейк, блин, заколбасил уже 2 раза. Гадкий Рейк. Ладно, сейчас попробую еще 2 минутки выжить. Так, опять эта станция. Блин, я думал, это такая станция, куда можно заманить Рейка, потом его вот раз и в этой ловушечке отставить. Так, Валера пишет, что ему нравятся мои игры, что ему нравится ФНАФ. И мне нравится ФНАФ, обожаю аниматроников. Блин, ну опять появился этот гадкий Рейк. Достал уже, он реально достал, но музыка еще пиликает. Ничего, ребят, нормально, все спокойно сейчас. Так, Валера пишет, какие-то новые крутые игры появились в Roblox. Очень страшные. Но мне нравятся, в принципе, страшилки. Ой-ой-ой, блин, чуть не сожрал меня! Гадкий Рейк! А где Валера? О, вот Валера! Так, а он мне пишет игры. Рейк, Фредди. Надо будет поиграть. Арик пишет, ты как всегда зеленый. Ага, ха-ха, да. Ты думаешь, не буду менять свой уже аватар? Ему 1000 лет хотя бы можно было поменять на, конечно, какой-нибудь крутой. Но меня все помнят, что я был зеленый. Ну ладно, в принципе, можно так поменять было. Ля, ребята, Рейка заглючила. Заглючила Рейка. Смотрите, он застрял. Глюканула! Баги! Ребята, вообще жесть! Это прикольно!
ну это реально классно. Так. Ребят, мы с Валерой поймали рейка. Мы тут стоим, мульти-пульти, давай не переставай. А, мульти, это я ему пишу. Валера, кстати, тоже делает прикольные мультики, ребят. Так. Все, мы этого. Поздравляем тебя с Днем Знаний. О, спасибо! И тебя, Валера, с Днем Знаний тоже поздравляем. Так. Класс. Блин, так прикольно играть не одному. Когда тут, а если было нас несколько человек, вот помните, мы раньше играли, ребят? Было бы вообще круто. Ну ладно, я надеюсь, не буду вас, не хочу вас вводить в заблуждение. Ну, потихоньку, вот он этот рейк. А ну давай за нами. Ребят, может я буду потихоньку начинать снова играть в Roblox. Ну, игры Roblox тоже прикольные, да? Отвали ты! Гонится за мной. А-ха-ха! С другой стороны! Запаковал! Смотрите, он застрял на крыше! Ребята! А, мы с Валерой! Забаговали монстра! Попался снова, пишет Валерчик! Ну что, ребят, если вам понравилась эта игра, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, напишите крутой комментарий. Все, счастливо, всем пока! Вы были на канале Мульти Пульти, подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. Пока!